Так, МКС 1 февраля 2024. Прямо надо мной. Придется поменять, развернуться на 180. Так, где ты там? Наверное, надо выдержку уменьшить. Будет сильно светло. Сейчас меняю позицию. Все, убежала. Ну тут облака еще, ребята. Никуда не денешься. О, видите, какие. А вообще у нас еще вот настолько светло. Ладно, давайте сейчас за одним разом на Юпитер глянем. И спутники видны. Ну, красота. Ну, вот тебе и облачная погода. Как-никак, а все-таки получилось МКС снять. Так, впереди Европа. Вот это, перед. Уменьшаю ИСО. Вон. Экваториальные полосы теперь видим. На Юпитере. Немножко есть ветер, но уж выбачайте. Куда ты сбег? Юпитер, ты прячешься, значит, ты не прав. Никогда. Боится публичности.
Сейчас попробую. О, треногая получилась. А за Юпитером его не видно, Европа. Ой, этот Ганимед. Ладушки, сейчас может на 125 поставлю ИСО. Что это у нас? Это у нас 1 февраля 2024 год, Запорожская область, возле города Орехов.